Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Повстанческий правонарушитель думает уйти от империи. Офицеры осознают, что он вошел в жилой район, и дают нарушителю немного оторваться, но не спускают с него глаз. Неожиданно водитель поворачивает налево, в астероидное поле. Что же ты делаешь? Ты же не на самом деле летишь в астероидное поле. Ну а что, мне лететь в клубничное поле? Эй, знаете, от чего меня прет? От одноногих цыпочек. Да, Пол, как зовут твою новую жену? Лапочка? Хватит уже, юноша. Обжимайте с ним ножка. Ринго молодец. Вон, выглядит хорошо. Этот пирог выглядит хорошо. Жалко его не достать. Он в космосе, а мы тут. А так бы я его уже ел. Хорошо, садимся в той пещере. Что ты делаешь? Там нельзя садиться. Ты не инвалид. У меня головокружение. Это медицинское обстоятельство. Чтоб вы знали, я не в восторге от этого. Р2, вставай. Мы на месте. Обувайся. Садись побыстрее. Последние полчаса мне снились писательные сны. Приборы не показывают. Ничего не вижу. Ой, моя вина. Я использовал электроустройство. Хорошо, так намного лучше. Теперь я вижу болото. Болото! Хвала подушкам безопасности! А ты там в порядке? Я там в порядке, но карлик внутри меня получил сотрясение. Эй, кто вы такие? О, что это за мелкая жуткая тварь? Ну, я не Йода. Ладно, я Йода. Ты Йода? Оби-Ван поручил мне найти тебя! Ты научишь меня владеть силой? Не, я не научу тебя владеть силой. Ладно, я научу тебя владеть силой. Но если ты хочешь стать джедаем, то я должен тебя спросить кое-что. Ты смотрел «Король вечеринок»? Да, смотрел его пока MediCentral. Нет. Нам предстоит много тренировок. Я спрашиваю, смотрел ли ты его на DVD-редакции «Дома братства» с нецензурными сценами интервью с Райаном Рейнольдсом? Нет. Ну, в этом все мастерство владения силой, мужик. Все начинается с просмотров шикарных DVD-релизов. А, я рада, что ты здесь. Я все по частям перебрала, и кажется, тебе нужен новый конденсатор. Новый конденсатор? А еще очень рекомендую полную прочистку системы преобразования фотона. Клянусь, я недавно чистил. Хорошо, тогда давай так. Я пойду почищу ее и заодно заменю конденсатор. Я лучше позову своего мужа. Ну, тогда так. Ты покупаешь конденсатор, а я поцелуюсь с тобой. Я так глубоко тебя поцелую, что даже начнется другая сцена. Слушайте, это не Виндекс, но он тоже хорош. Это магазинный бренд. Нет, оставлять пятна. Мне наплевать на пятна, берите. Нет, я не убирать. Бля. Алло. Мистер Дарт Вейдер. О, да, сэр. Это император. О, расскажите ему, я не мочь пятница. Да, моя квартира нужна вода. Он нужно починить ее. Я не слышу вас. Пойду к площадке преклонения. Перезвоню вам с площадки преклонения. Каковы ваши приказания, учитель? Итак, слушай. Оказывается, сын Энакина Скайуокера жив. Нужно, чтобы ты нашел его и обернул на нашу сторону. Серьезно? Может получится сделать его пи, но это будет сложно. Нет, в смысле обернуть его на темную сторону. Ну да, я так... А, силы! Да! О, я оберну его на темную сторону. Я просто покажу ему наше пиар-видео. Благодаря тренировке, полученной от Империи, я обладаю всеми навыками, чтобы преуспеть в жизни. Благодаря судье Империи я смог закончить учебу. Эй, постойте! Я познакомился с женой на службе, а медовый месяц провели на Альдоране. Хорошо, что мы фоткались, а? Империя преследует повстанческих мразей, убивает дядю и тетю Люка, говорит людям проезжать. Империя, наши корабли большие треугольники. Там что-то есть.
Там что-то есть. Где? Там, в пещере. Сумасшедшие женщины, всегда они что-то слышат. Там что-то есть. Пойдем посмотрим. Что за слизь на земле? Да, будто мы в желудке Рода Стюарта. Минуточку. Так, секундочку. Что-то тут нечисто. Все, врубился, нам пора. Держись, детка, мы взлетаем. Пещера заваливается. Это не пещера. Что? Почему я никогда не получаю никаких реплик? Заткнись, Мэг. Ладно, притормозим. Твоя спина вся вспотела. Ой, извини, бывает. Итак, проверим твои знания. Голые тёлки. Лучшее. Ребекка де Монре в рискованном бизнесе. Ладно, худшее. Кэти Бейтс, отжмите. Отлично. Я мог еще принять тухлую старуху в сиянии. Но Кэти Бейтс наверняка хуже. Лучшая сцена в «Волчонке». Когда Майкл Джей Фокс в ванной впервые превращается в оборотня, а его отец стучится в дверь, и он психует. И когда открывается дверь, оказывается, что отец тоже оборотень. 5 баллов. Я бы мог еще принять сцену в конце на бейсбольной игре, где парень в толпе достал свой член. Что? Там парень в конце. Посмотри в инете. Он на трибуне, далеко на фоне. И он высунул свой член. Ненавижу эти шляпы. Да, сэр. Окей, хороший подбор охотников за головами сегодня. Посмотрим. У нас робот-чел. Древний подводный пловец-чел. Ящерица-чел, который, по-моему, боролся с капитаном Кирком. Боба Фетт, само собой. Спасибо, что пришел. И... А ты кто еще такой? Кукла Энди? Вали нахуй из моего собрания охотников. Готовьтесь перейти на световую скорость. Раз, два, три. Блин. Световой скорости не будет? Не будет. У меня идея. Чуй, разворачивай. Ты атакуешь их? Ты атакуешь их? Это ты так звучишь. Ты атакуешь их? Представьте, если слушать это весь день. Они решили нас атаковать. Хорошо, поднять щиты. Боже мой, у тебя торт? Где ты взял торт? У Джима была днюха, но, наверное, торт уже съели. Это безумие, Хан! Они нас найдут! Да, даже если не найдут, то где мы потом спрячемся? Эй, как насчет Лэндо? Система Лэндо? Лэндо не система, а черный мужик. И, кстати, наверное, единственный черный в галактике. Будем надеяться, да? Эй! Итак, флот разлетается. Чуи, готовься отпустить посадочный крюк. Отделимся вместе с мусором. Отпускай! О, гляньте! Космобомжи! Давайте все будем благодарны за то, что имеем. За все, что имеем. Боже мой, я сбил космобомжа! Чуи, газу, газу, газу!